Сегодня 28 сентября 2017 года. Финал конкурса «Сомелье Wine People Trophy». В финал вышли три человека. Евгений Лукинчук, город Санкт-Петербург. Некая слепая дегустация очередная. Почему слепая? Я же не видел, из чего вы мне наливали. Григорий Чагадаев, город Краснодар. Я предпочитаю все делать очень красиво, нежно и чисто. Испачкаться мы всегда успеем. И Роман Сосновский, город Москва. Вы же вот сомелье, почему вы предлагаете мне водку? Ведь, потому наверное, что водка – это любимый напиток сомелье. Вы знаете, что... У каждого из этих ребят есть большие шансы на победу. В финал вышли, наверное, сильнейшие, кто принимал участие. Естественно, хочется победить в честной, в красивой, состязательной атмосфере. Выйти, выступить, показать все, что я могу, все лучшее, что я могу, а там посмотрим. Для меня это первый конкурс. Конечно, я усиленно готовился, мне помогали. Ожидания были полуфинал минимум. Ожидания оправдались. Когда я узнал, что в финале, это уже, конечно, для меня большой-большой шаг. Конкурс необычен. Необычен тем, что нужно выйти на сцену, и у тебя в течение 45 минут приходят в ресторан гости, которых ты должен обслужить. Нужно показать то, что ты умеешь делать не просто по отдельным конкурсам, а непосредственно в работе самого ресторана. У кого-то это получилось лучше, у кого-то хуже, но на сцене мы с вами увидели победителя. Победитель, который смог завоевать публику, смог получить высокие оценки от наших членов жюри. Всем огромное спасибо за участие, за помощь. Еще раз огромное спасибо театру Ермоловой. Ну и, конечно же, всему персоналу, кто готовил все эти три дня. Огромное спасибо вам.